показываю вам семена, которые я получила в подарок, значит, от подруги моей, которой мы с ней общаемся. Это от Василисы. Она имеет свой канал. Я оставлю ссылку обязательно внизу в описании под видео на Василисын канал. Василисочка, привет, дорогая, спасибо тебе. Я позвонила ей, хотела купить семена у нее. Она мне говорит, а я тебе подарок сделаю, Лена, дорогая. Я, сколько бы ни брыкалась, сказала, мне чуть-чуть, пожалуйста. И вы посмотрите сюда, сколько она мне прислала гномов. А все, которые у нее есть. Я просто ужаснулась. Так, сейчас я маняшечку выпущу, она там просится. Я позвонила, я говорю, Василиса, ты что делаешь со мной-то? Куда я эту батарею? Куда? А гномы, так хочу их. Так, маняшка, идем. Идем, мамулечка тебя выпустит. Пошли. Если посею все... Боже, как мне хочется. Но вот эти гномы, я знаю, я сразу же, конечно, загуглила. Сразу я и знала о них давно. Но я по сортам. Потеряла целый полдня до поздней ночи. Заинтересовали мне эти гномы. Я знаю о них, видела их. Я извиняюсь за пальцы свои, за вот маникюр уже отросший. Я записана на 28-е. Поэтому скоро будут ноготочки у меня. Да плюс еще землей занимаюсь, сею. Ну, девчонки, будем проще. Поэтому о гномиках я уже, если не все, то практически все знаю. Ничем они не отличаются от выращивания томатов. Но их нужно сеять раньше. И я прямо с понедельник буду сеять. Они развиваются дольше. И когда я буду сеять, тогда я о них и буду рассказывать. Но, видите, больше ничего не могу сказать. Вот такой сорт. Тасманский. Шоколад. О. Полосы Джереми. Малиновая нерка. Значит, кардинал Маури. Или Маури. Любовь Одри. Дельта Дивер. Ой, Василиса, что ты со мной делаешь? Совершенная гармония. Боже, какие слова написаны. Просто слов нет. Ну как не посеять? Придется парника сделать. Гном Алуру Охра. Как Артем говорит, придется. Гном удивительный. Ох, ты ж, боже мой. Гном Дельта Дивер. Красный. Боже ж ты мой. Пит Вайпер. Конечно, цвета я не знаю какие. Вот где-то пишется красный, а так-то вот будем посмотреть. Прекрасный король. Надо бы мне к Василисе зайти на канал и посмотреть. У нее, наверное, есть обзоры на них. Апельсиновое дерево. Ух ты. Тут уж понятно, что какого цвета он. Гном Грааль. Вот я о нем прочитала. Классная штука. Гном Глаз Тигра тоже читала. Шикарные. Испаряющий. Об этом не дошла я. Спящая леди. Супер. Бой с тенью. Тоже нашла. Это нет. Деспирада. Бархатная ночь нет. Зеленый осел тоже нет. Подумать только. Гном Гринч смотрела. И, значит, гром русский вихрь нет. Вы посмотрите. Будемте вам считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Василиса! Ау, моя дорогая! Ну, что ты со мной делаешь? Придется. Придется посеять. Пусть у меня тоже будет коллекция. Она говорит, хочу, чтобы и у тебя была коллекция. Я говорю, спасибо. Конечно же, она не останется без подарка моего. Мало того, мы собираемся к ней заехать в гости, потому что, когда мы поедем во Владимир, она живет в Московской области, в ту сторону, как ехать к нашим деткам. Василисочка, привет тебе, моя дорогая, внимушечки тебя. И это не все, конечно. Конечно, не все, дорогие друзья. Я посеяла вот ее тоже быстренько, как вот молния, сладкий перец. Ой, это острый перец. Длинный Каенский Джо полуострый. Филиус Блю острый. Значит, яркие лучи. Острая клубничка. Значит, перец острый оранжевый бананчик. Грузинский нос острый. А я где-то читала, находила, по-моему, что он сладкий у кого-то. Ну, неважно, мы увидим. Перец сладкий венгерская паприка. Перец сладкий клякса желтая. Перец сладкий. Это уже сладкий идет, да? Так получается. Угу. Так, перец сладкий карбачи, турецкая змея.
Я многие из этих купила. И, девочки, они у меня не взошли. Я вам показывала пустые плошки почти практически. Но посеяла Василисыны. Так она мне сгладила сердце. Я вот взяла, заодно купила там и позвонила ей, хотела у нее купить. И хорошо, что Василисочка откликнулась. У меня теперь будут перцы, потому что новиночки, которые я... Не все, конечно, есть другое место, где у меня хорошо взошли. Ну, в общем, так, томатная паприка, перец сладкий. Я посеяла, Василисочка, ждем. Сладкий Леся красный и Леся желтый. Леся красный у меня от моей подружайки, чуть ли не сестренки, Ирочка. Привет тебе, моя дорогулечка, твой взошел, прекрасный он. Сладкий Фатьма и сладкий Рамира желтый. Он у меня, конечно, есть, но она прислала, так сказать... Пускай будет, вот так скажем. Вот, посеяны. Как зайдут, обязательно вам, друзья, их покажу. Обис, обис. Так, и это еще не все. Оф, мама дорогая, что ты со мной делаешь, Василиса? Идемте дальше, томаты. И она сейчас звонит мне, говорит, только ты не пугайся. Только ты не пугайся. Вот эти слова меня и испугали. И когда я получила письмо, как стала открывать, глаза вытаращила на Артема. Он, боже, что... У меня прям до слез, но я же вцепился. Он говорит, не переживай, устроим тебе место. Сделаем парник на парник. Ну, раз муж сказал, значит, мне полегчало. Ромынское бычье сердце. Я этот Василиса сорт очень искала. Мне племянница сказала, вышлет. Но сейчас она говорит, что из Румынии не высылается. То есть ее спросили на почте. Она сказала, что вам вернут обратно семена. Вот. И она не стала. Она мне очень много хотела выслать. И в том числе было бычье сердце. Сникерс, девочки дорогие. Сердце пустыни. Боже ж ты мой. Какие слова-то. Ананасовое бычье сердце. Ну вот, ну. Грюне Хелариос. Красный вельвет. Я в интернете видела. Красивый томат. Хороший. Черная красота, угу. Индийское мясо, подумать только, индийское мясо. Значит, польская слива тетушки Сварло. Кстати, у меня он есть, она мне высылала 2 года назад, Василиса, так. И мне писали, что нет, спорили со мной, это не польская слива тетушки Сварло. А вот как раз таки Василиса и сказала, она выращивает его много лет, и она сказала, что каждый год он себя показывает по-разному. Есть, который подлиннее, то есть форма. И на одном кусту у меня 3 вида формы было. И он имеет такие свойства. Так что зря вы мне так писали. Вот кто у меня заказал, молодцы. У вас теперь будет польская слива тетушки Сварло. А кто не заказал, заказывайте. Именно этот сорт и Василисин и был. Она мне его в подарок присылала. Шикарный, шикарная польская слива. Она прямо усыпанная, я вам показывала. И так сожалею, что 1 кустик у меня. Ну, 2 кустика я продала. Послеобеденный восторг. Слушайте, название — это взрыв мозга. Мне Артем со мной смеется, когда я читаю. Так, Киванис. Зай, ты что-то хочешь? Отдыхаешь, да? Зайоу, ты что-то хотел? Что-то хотел? Маню пустил. Да, она туда-сюда шалдарай, молдарай. Мятежный звездный истребитель. Маризоль фиолетовый. Юбилейный Тарасенко желтый, Бернская роза, Дварф Куперхед, медная голова, боже ж ты мой, лакомство Изабель. Слушайте, здесь Изабель, а у меня есть Изабелла, виноград Изабелла, но это мне сестра моя прислала. Смех Кукабары. В общем, боже мой, вон тем, 22, если не изменяет моя память, гномов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Еще штук таких томатов, да, индетерминантов. О, мама дорогая, что творится? Так, ну давайте я тогда вам сейчас совсем голову снесу свои новинки, которые я купила. Девочки, я в этом году на 17 тысяч набрала семян. А потому что новинки. Вот. Те года я не брала. Ох ты, мама родная. Ой, девочки, быстро будем, быстро. Просили? Получайте. Просили? Получайте.
Вот так. У меня есть на них характеристика. Спасибо моей подруженьке Любочка. Любочки. Любашенька, привет тебе, моя дорогушечка. Любочку вы все знаете. Это моя любимая подружка-подписчица. Она приезжала ко мне в гости не раз. Мы с ней практически каждый день общаемся по скайпу. И скоро встретимся. Вот такой сорт. Она мне именно и нашла название и описание всех. Поэтому они у меня будут с картинкой, с фотографией не кого-то, не от кого-то, где я выписывала, а с моего огорода буду фото делать. Дай Бог мне силы и здоровья на это. Она сказала, мне поможет в этом. Вот такой сорт. Говорю вам, что вам это ничего не даст. К сожалению, здесь на вот таком вот, не все на русском. Вот изумрудная груша. Я буду быстро, девочки. Если кто умеет читать, пожалуйста. Если нет, ну вот, говорили, почему не показываю. Ну вот, и покажу сегодня, вот так вот. А там уже у меня есть перевод каждого. Не буду я сейчас называть. Вот. Ну, yellow, green, вы все понимаете, о чем тут. Зеленый и так далее. Вот. И посмотрите, никак я насыпаю, кто у меня получал семена. 5 от силы 6. Ну вот, 6 здесь. Где-то есть 5. Сколько тут? 5. Вот такой сорт. Вот эти сорта 6 будут у меня в новинках. Так что... Жастик. Ну, беру. Вот, дорогие друзья. Надеюсь, что взойдут. Тут вообще сколько? 5 тоже. Вот. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Оф, оф. От радости овкаю. Так, 24. Давайте вот так. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Василиса, жди от меня такие семена на следующий сезон. 31, 32, 33, 34, 35, янтарная комната, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ой, 50. 51, 52, 53, ананас голд, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Марк, 66, 67, 68, 69, 69 и 2 пакетика у меня на ранее, 71. Вот, выбирала я их очень долго, тщательно. Вот сколько у меня. Что, Тёмочка? Вот так, дорогие друзья. Вот так, это вот моя коллекция. Вот 70, у меня написано так 71. Вот такая. Ох, мама дорогая, в этом году... Еще некоторые мне надо посеять, которые
Нет, ну там немножечко осталось еще. Есть еще те, что есть у меня, нужно бы посеять, обновить несколько сортов, потому что их мало. Ну ладно. Ой, девочки, уже время, я понимаю, что много, и вот для вот этого уже не хватит. Давайте в следующий раз я вам сниму, потому что время много. Это я, мы в Рузу когда ехали, покупали, я обещала вам, что я обязательно вам покажу. Посмотрите, как кусочки ваты. Как кусочки ваты, вообще. Смотрите, что делается. Какая прелесть. Какая прелесть. Вчера весна, сегодня зима. Но птички поют по-весеннему, слышите? О! Вон на том дереве. Ой, какая прелесть! Тепло-тепло на улице, очень тепло. С крыш капает и дождь, ой, и снег такой. И посмотрите, уже лег, знаете, приличненько, однако. Птички, что вам? Радостно тоже. Ой-ой-ой. Ай, какая прелесть. Вот на том дереве. Ух ты. Дорогие друзья, хочу показать вам видео. Вот такая гора пончиков. Это я снимала рецепт на канал «Мой кулинарный». Ссылка на мой кулинарный канал внизу в описании под видео, дорогие друзья. Переходите и наслаждайтесь. Несмотря на то, что есть кулинарный канал, и на кулинарном в описании под видео есть все рецепты с канала «В гостях у Елены», на котором вы сейчас находитесь. Это деревенский влоговый канал. И на кулинарном, одним словом, да, надо сказать, и в гостях у Елены. Все плейлисты под видео в описании. Так что переходите, смотрите, готовьте. Праздничные блюда есть и для Пасхи, и на 8 марта, и на 23 февраля. Конечно же, я буду стараться снимать еще рецепты. Но вот сейчас вы слышите за стеной звук. Конечно, не хватает времени на кулинарный монтировать видео. А видео-то отсняты. Вот посмотрите, какая вкуснятина. Посмотрите, какие пончики. Это пончики из детства, дорогие друзья. Очень вкусный рецепт. Это творожные пончики. Это я разламывала, показывала. Опа! Ох, на стульчик хорошо упал. Это из творога. Полкило творога здесь. Замечательные. Вкуснятина. Снаружи хрустящие получается, а внутри вот такие пористые, нежные, друзья. Вот такие. Моим деткам они очень нравились. Я с детства им пекла. Тёма, привет! Друзья, приветствую вас, потому что я каждый раз снимаю много кадров домашних влогов. И не все сразу выкладываю, потому что, ну, как бы не слежу за временем, просто снимаю и снимаю. Поэтому я здороваюсь с вами снова. Очень много было отснято кадров. И снова здравствуйте. Вы на канале «В гостях у Елены» и «Наша деревенская жизнь с нуля». Вот у нас идет завершение уже всего обитого дома. Все уже. Вот. Это часть... Еще будет оббиваться, точно так же будет утепляться, как здесь. Вот эта вот пристройка 6х6, она будет оббиваться ровно так. Вот там я. Всем привет! А дом уже готов. Он уже подведен под сайдинг. Все. Останется только потом оббивать сайдингом. Это когда уже все пристройки будут готовы, мы уже обобьем. И не переживайте, многие пишут... что вы что творите, надо сразу закрывать вот это покрытие ОСП. Дорогие друзья, я вам всем там отвечаю, что ОСП это специально для улицы, под сайдинг.
ничего ему не будет. Он влагоотталкивающий. Ему ничего не... Да, влагозащищенный, вот он, Артем говорит. Ну, мастер говорит. Понимаете, поэтому... Ну... Есть и не влагозащищенный, но этот... Да, да, да. Ну, есть внутренний, вот мы внутри оббивали, да? Как-то я был... всегда покупал влагозащищенный. Да, ну, есть не влага, а есть влага. Ну, неужели мы же... Ну, не глупые же, понимаем, что мы на улице. Это ОСП специально идет под сайдинг. То есть, даже если мы потом сайдингом обобьем, ну, он же тоже на улице будет. Если на то пошло, то он и под сайдингом сдуется, если вы там себе думаете так. Дорогие друзья, не переживайте. Вот. Это ОСП влагоотталкивающие. Многие дома стоят. Вот мы с Артемом ездили на... Не на квадроцикле, а на этом... Снегоходе. Да, на снегоходе катались. И вот мы видели подряд несколько домов. И, кстати, эти дома не один год вот так вот оббиты. Лично у наших знакомых дом 3 года стоял. И сейчас только они купили шикарную оббивку и оббивают. Поэтому, если... Ну, бывает, что не понимает человек. Если вы не разбираетесь в этом, то это другое дело. Вот мы сейчас объяснили вам, что не переживайте. Это влагоотталкивающий. Специально подобранный. Вот. Сегодня погода замечательная. Артем выскоблил всю пенку и заправил новую пенку. Все, потому что мы же не устанавливали сразу под ключ. Вот. Так что чистая пеночка. Здесь все закроется и будут эти... Как они, Тём, называются? Отливы, да-да-да. На языке я не могу сказать, отливы. То есть все уже будет. Это окно так здесь и будет, оно никуда отсюда не уйдет. Да, значит, еще как, какие у нас. Мы, значит, что решили с этой дверью. Значит, как же хорошо, что все-таки вот все, что не делаешь. Вот как хорошо, что мы не торопились. Так здорово, потому что мы отделяем вот здесь ванну с туалетом. И вот эта дверь, вот... как бы будет мешать вот этой перегородке. Вот я там, вы меня видите. Поэтому эту дверь мы перенесем. Вот эта прихожая наша длинная. С той стороны у нас парадный вход будет. Здесь мы заказываем другую дверь. Да, 90 сантиметров, которая будет выходить в сад-огород. Это выход, второй выход у нас будет. Потому что мы стали отделять и решили чуть-чуть побольше, пошире сделать и ванну, и гардеробную, ну, пошире сделать. И тогда уже получается вот эта дверь, вот эта часть двери, вот она вообще не функциональная. Ветерочек. Но на улице очень хорошо плюсовая температура. Если вы посмотрите, я, вот у меня открыта дверь теплицы, сейчас туда пойдем, я хочу показать вам все мои растюшки в прикопе. В общем, да, вот здесь закажем 90 сантиметров дверь. Вот. Пойдемте с вами. Вот, растюшечки выглядывают. Танюшка, ты там писала, не замерзнут они, не пропадут. Ну, они вообще-то, в принципе, зимуют без укрытия. А там уж я не знаю как. Эти вообще плющи все выходят из-под зимы зелеными. Так, такая прелесть сегодня опять. Вот сколько выпало снега. Ну, где-то, не знаю, сантиметра, может быть, 4-5, вот так. И вот видите, здесь уже высохло. Это за вчера я вам показывала, снимала. Кадров много, повторюсь, снимала. Ну вот, смотрите, как выглядит. Останется нам потом там сделать, пристроить спальню. И тогда уже и крышу как классно не перекрыли. А если бы мы перекрыли? Артем уже увидел подешевле все и думает, давай закуплю. Я говорю, подожди. Потому что мы тут хотели пристроить, да, нас уже, сейчас покажу вам эти палочки, куда мы уже нам отмерили, приезжали, все застрелили, как говорится, пристрелили местечко, все уже, участок готов, можно двигать забор, но пока газ проведут вон там, мы не будем, ну, это будет в апреле газ, а мы после этого сразу сделаем. И вот с той стороны будет пристройка, и крыша будет уходить туда. То есть ту сторону крыши, не эту, ту, она полностью скроется, все переберется, потому что будет пристройка. Понимаете? И вот как хорошо. Ну,
Все вовремя. Мы-то не торопимся. Это нам все что-то придумывают, все время что-то приписывают, что-то пишут, что у нас полный ужас, что мы вот это, что мы ничего не делаем. Обещали стройку, где стройка, вы что говорите? Ну, ребят, 3 года-то мы здесь. Вот весной будет. В мае будет 3 года вот этому домику, как мы поставили. А в прошлом году пристройка и так далее. Мы все делаем потихонечку. Мы не молодые, которые торопятся что-то делать. Нам не надо это быстро. Нам есть здесь жить. А все остальное, что здесь есть, это мы делаем потихонечку, и мы в этом поживем, и наши детки, так сказать. Так что вот такие дела. Все вовремя делается. В этом году еще вот отливы поставим. Поставим временные, потому что пристройка не будет в этом году. В этом году очень много дел есть. Ванна, туалет, и вот эту пристройку будем утеплять тоже. В общем, все потихонечку, друзья. Окна вставлять будем. Так радостно. Все потихонечку делаем. Нам очень приятно. Вот сейчас мы живем в удовольствии. Я вам честно скажу. А раньше 4 детей, все набегом. Все бегом, 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 кругом школа, работа, дом, садик и все такое. А теперь живем соразмеренно. Птички поют. Деревня — это тот случай, где не замечается время. Часы можно не иметь. Живешь и радуешься, и слава Богу. Смотрите, какая красота. Сегодня сыночку Вовочке у нас день рождения. Значит, так получается. 3 красавицы дочки и лапочка сыночек. Любимый мой сыночек, который мне достался по родам очень сложно и тяжело. Очень. Но я все-таки себе родила сыночка. И не обращайте внимания на это. Да, да, да. У нас летом растут томаты, а с осени у нас здесь получается как сарай. Но моя любимая теплица. Инфракрасники у нас не подключены, если что. Я ее просто обожаю от мини-фермер. Посмотрите, какая она усиленная. Ну, там написали мне, что сложилось. Ну как? Как? Что вам делали? Значит, вы не такую теплицу заказывали. Не усиленную фермерскую. Как она может сложиться? Вы посмотрите, какая клетка. Посмотрите, какая, какое укрепление. Никак не может она сложиться. Не чистили мы здесь снег, она очень высокая. Вот только с этой стороны Артем вот все вот там вот счищал, и все падало, чтобы было куда. Все, дорогие друзья. Это у нас от очень крепко теплица. Очень люблю ее, прекраснейшая теплица. Прекрасно. И я очень рада, что она у нас есть. Надо мыть, вот мы осенью не мыли. Я не всегда осенью мою. Раньше старалась осенью всегда мыть. А потом думаю, весной это все равно придется мыть. Болячек не было. Другое дело, если у вас будут болячки, значит, нужно мыть. Так, сейчас посмотрим, сколько градусов. Ну, мы пока вот это, да, вот новый вот этот утеплитель, который был у нас, а теперь у нас новый. Этот утеплитель у нас уйдет аккуратненько, все его сложим, уберем, его не надо утрамбовывать, ничего, он должен быть воздушный, уберем. Он пойдет у нас на сарай. Вот. Такой вот изначально у нас был. А вот этот Артем потом покупал. У нас же раньше, где сейчас прихожая была терраса открытая, вот он ее утеплял вот такими. Да, и вот сейчас бока он убрал, утепляет тем же, а это осталось. И вот ровно такой у нас разделяет прихожую от террасы теперешней. То есть от будущей гостиной, ванной, туалета. Вот это именно сторона. Нет, получается сторона здесь у нас вся будет ванна с туалетом. И гардеробная. Итак, дорогие друзья, вот ничего не делая, открываем вместе с вами мои в прикопе красота. Вот, посмотрите. Это у меня. Сейчас нужно следить. Вот то, о чем я вам говорила. Видите? Плесень появляется. Я обработаю фундазолом. Это у меня черенки лаванды. Вот они здесь. Видите? Они у меня в прикопе. Вот. Прекрасно себя чувствуют. Я сейчас их уже укрывать ничем не буду. Ну, вот этими мешками не буду укрывать. Это у меня шалфей вознесенские черенки. Вот кто заказал. Вот сейчас уже скоро, в апреле, я их буду в горшочки убирать. Вот это у меня дейция, вот тоже кто заказал, видите, у нее уже почки, да, и мне нужно будет укоренять. Так, сейчас хотя бы один вытащу, вот он прекрасно сохранился, и это будет укоренение. Обрезаю вот этот кончик,
где междоузлие, и буду укоренять. А пока они у меня здесь. Что сейчас нужно проследить? Зачем? Слегка здесь я буду поливать. Я вам обещала, что скажу, что буду весной делать. Вот сейчас, ну тут, вот здесь вот есть влага пока кое-какая еще, но я все равно пролью чуть-чуть. Сильно не надо это делать. Вот. Дальше у нас, это пока, видите, у нас стоит все, все для стройки. Это все уйдет, видите, там еще утеплить, потому что его много. Вот, и без этого никуда. Это все у нас уйдет. И вот этот поликарбонат, который у нас, вот видите, мы снимали, терраса у нас была под зиму, в прошлой зимой ушла вот в таком виде, а в этом уже с ОСП. Это у нас пойдет на парники. Мы будем парники закрывать сверху. Так, что тут у меня? Опа! Здесь у меня... Открываю еще, хочу показать вам гортензию. Вовантес девибрая. Вот она у меня еще оставила специально этот цветонос. Видите, это крупнолистная гортензия. Вот чувствует себя она неплохо. Даже очень хорошо. А там посмотрим. Хочу ее посмотреть на... Не, она влажная. Влажная, потому что я пролила ее, а это... сверху мох. Не-не-не, влага есть. Я ее прикрою и все. Так, что тут у меня? Да, это значит гортензии тоже. Тоже прекрасно, вроде как ничего. Вот, надеемся, все хорошо будет. Вот то, о чем я вам в прошлом видео говорила, дорогие друзья. Вот кто не живет на даче, мои хорошие, вот это и есть проблема. У вас все это может... вспреть, потому что нужно открывать. Да, я хотела... Ну, ладно, вернусь, потом покажу, сколько в теплице градусов. Покажу. Так, эти тоже проверим. Пока влажные. Влажные. Вот. Цветоносы будут вот на двух побегах. Это вот Манюська. И здесь. Пока все влажно. Вот, дорогие друзья. Сейчас очень быстро пойдет в рост. Здесь вот у меня виноград. Который нам вот Ольга, Олечка наша с Сашей подарили, дали. Вот это их виноград в прикопе. Посажу, покажу обязательно. Это в прошлом году мы закупали золу. Вот у меня тут 4 пакета гранулированная. Осенью мы брали. Вот здесь у меня все сложено. Поэтому укрывать. Это у нас Лутросил здесь 200-ка. Так, дорогие друзья. Сейчас я вам хочу показать хризантемы. Мои дорогие, они уже у меня. Вот они. Посмотрите уже сколько здесь ростков. Посмотрите все мои хризантемы. Вот они. Вот. Я цветоноса обрежу. Это лук парей, который я оставила в зиму. Вот он. И я его рассажу рано-рано, и у меня будет ранняя такая, ранний лук парей. Помните, я говорила, вам покажу. Вот эту часть я рассадила, она у меня в грунте под зиму ушла. А вот эту оставила на весну. Вот. Видите, какая красота. Посмотрите уже, как, ну, проросла она уже. Ой, вообще, посмотрите. Целый куст. Посмотрите, сколько черенков. Ух ты, ух ты. Вот кто заказывал, получите вы ее. Ой, сейчас в апреле у меня будет вот эта вот работка. Нужно постараться. Да, я вот сейчас вот открою, пусть подышит она. Вот сколько ее. И вот там вот еще куст. Подыши, моя дорогая, я тебе потом вечером закрою. Сейчас с вами пойдем посмотрим, какая температура. Вот здесь вот посередине у нас будут столы для рассады. Так, это вот так, пусть по чуть-чуть оставлю. И знаете, еще надо смотреть, чтобы продухи какие-то были, чтобы дышало растение. Вот так вот пока оставлю, вот и там вот так, и открыто. Это, конечно, все тут мы унесем. Вот, вот эти бамбуковые палки, мы купили их. Я очень красивую изгородь сделаю. Для чего? Потом весной вам покажу. Ой, хотела, девочки, показать вам. Секундочку. Вот, открыла я, и вот так. Вот такая температура. А утром, когда солнышко было,
сейчас уже под вечер, после обеденное время, было вообще 30 градусов. Да, вот эти все солнечные дни. Сейчас открыты двери, вот столько. И более хорошо. Я сейчас закрою, закрою вот на вот эту штучку. Вот. Чтобы чуть-чуть было здесь теплее. Вот так вот я закрою. Форточки у нас мы зимой снимаем. Это автоматически форточки мы снимаем. Как они называются? Поручни эти или как? Я в этом не разбираюсь. Автоматы вот эти, да, вот так скажем. Их нельзя оставлять. А весной, видите, Артём там завязал. А весной, когда уже, ну, жара начнется, он включает. То есть подключает их. Вот так это ставим. Вот. Вот такие дела. На улице очень хорошо. Плюс 5. Прекрасная погода. И солнышко уже все потихонечку прячется, потому что уже вечернее время. Вот все макушечки, пироженки у укрытий потаяли. Вот потихонечку тает. Вот Артём тут немножко почистил, я вижу. И начинает открываться наше укрытие. Вот оно. Тут вот розочки. Вот красильчик. Красота. Что может быть лучше, чем жизнь в деревне, дорогие друзья? Только жизнь в деревне.